Благотворительный телемарафон «Согреем детские сердца» стал доброй традицией телерадиокомпании «Могилев». Накануне Рождества и Нового года мы все стремимся помочь детям, которым очень нужна поддержка. Подарки разные. От сладостей до аппаратуры, которая дает возможность больным жить и дышать. Вместе с нами в телемарафоне участвуют общественные организации, органы власти, предприятия и просто жители Могилевской области. В общем, все добрые и неравнодушные люди, которые не остались в стороне. Про телемарафон в нашем репортаже. На телеканале «Беларусь 4 Могилев» в течение... Жизнь дана на добрые дела. Об этом мы хотим напомнить накануне рождественских и новогодних праздников на благотворительном марафоне «Согреем детские сердца». Делать добро – это очень полезная вещь. Полезна она для души человека. Деньги собираются для помощи по нескольким направлениям. Это и адресная помощь, и для поддержки проектов. Один из них – кабинет лечебной физкультуры в Вестновском доме-интернате для детей-инвалидов. В нашем доме живут дети с интеллектуальной недостаточностью и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. То есть группы, которые лежат, есть группы ползуны, немножко ходят. Но есть такие группы, которые могут ходить, передвигаться, могут выполнять какие-то работы, учиться. Заниматься спортом. Мне кажется, телемарафон – это такая вещь, которая помогает нашим детям. Хотя и государство уделяет очень много внимания этим детям, но все-таки помощь никогда не бывает лишней, особенно таким детям. Люди по своей природе альтруисты, ими движет желание помочь ближним. Более того, многие чувствуют себя намного лучше, когда оказывают бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждается. Существует даже научный термин для такого явления. Это называется «теплота альтруизма». Нужно просто делать добро каждый день, пускай понемножку, и тогда увидим, как все меняется. Не надо злиться, нужно быть радостным, добрым и позитивным. В телемарафоне могут принять участие все – и трудовые коллективы, и частные лица. Каждый может перечислить любую сумму, которая по силам, даже если телеэфир уже закончился. Вот так вот все вместе мы сегодня объединились, чтобы сделать нашу жизнь наших детей, прежде всего, вот в эти новогодние праздники, лучше и счастливее. Кстати, в благотворительном телемарафоне принимают участие могилевские артисты, взрослые и дети. Это их большой вклад в общее дело. Людям нужна доброта, чтоб всегда они были радостны и счастливы, и всегда умели что-то делать. У них всегда должна быть чистая душа. Я желаю взрослым и детям, чтобы в Новый год они не грустили, и у них было все хорошо. Телерадиокомпания «Могилев» проводит благотворительный марафон уже второй раз. Для нашего коллектива это много значит. В большое общее дело каждый вкладывает свою частичку. И мы понимаем, о том, что у нас есть, многие только мечтают. И что отдать во сто крат приятнее, чем получить. Поэтому благотворительные марафоны начинаются и заканчиваются. А наша жизнь продолжается. И каждый из нас может поделиться, если не деньгами, то добрым делом и даже улыбкой с теми, кому повезло меньше. Это благое дело, особенно в Рождество и Новый год, когда всем хочется праздника и чуда. Будьте счастливы и счастье дарите другим.